Алексей Евгеньевич, наверное, один из самых неудачных матчей этого сезона с молодежным «Спартаком» именно по счету. Как оцените игру? Ну, тяжелая очень игра, и прежде всего мы в ногами проиграли, и в борьбе проиграли силовой, но команда была мощнее на порядок «Спартак». Впереди еще три матча против команд из золотого дивизиона. Как будем настраиваться, готовиться к продолжению домашней серии? Ну, для ребят это же тоже определенный урок. Да? Мы посмотрели, как что они посмотрели, понимаем, что следующие противники будут не менее серьезные, поэтому надо просто готовиться более уверенно и все. Спасибо, успехов. Спасибо большое.